Данное направление гидроизоляция фундамента впервые было в этом конкурсе представлено. И я первый раз выполняю роль оценщика проектов. Конкурс называется «Лучший кровельщик». И причем здесь фундамент, и у меня первая была мысль. Но оказалось, я ошибалась, и я с удовольствием просмотрела там, по-моему, 20 или 30 проектов касательно фундаментов. Мы оценивали, во-первых, визуально, да, внешнюю красоту исполнения объекта. Второе – это было качество исполнения, ну и эргономические характеристики – это субъективная оценка. И вообще три параметра – это субъективно. То есть я как член жюри и как из отрасли фундаментостроения должна была по трем критериям оценить объекты. Мне кажется, уже заранее выбрали лучших из лучших, и я оценивала 20 этих проектов относительно мелочей каких-то. Потому что реально, ну, не к чему было придраться. Я смотрела это все свежим взглядом, и мне нравилось то, что я вижу. И было очень, некоторые фотографии прям по проектам были нюансы, которые было трудно оценить непрофессионалу.